1, 2, 3, 4, 5.
504, 505, 506, 507, 994, 995, 96, 97, 98, 99, 1000. Боятся. В таком лесу одни боятся. Партизаны! 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 Линия фронта. О, неужели все? Но ведь близко, совсем близко. Близко. Ничего, уважаемый, ничего. Теперь все будет в порядке, теперь все будет хорошо.
Аэродром. Ребята. Я русский. Не Перштею не обманешь. Русский я. Русский. Летчик. Гляди, русский говорит и плачет. Может, верно? Эй, ты летчик! Брось таганта! Брось, говорю! А то не выйдем, убежим! На! Оля, какая ты красивая. Оля, я люблю тебя, Оля. Я люблю тебя. Оля, ты не дрожи. Это ветер. Это Волга шумит, шумит, шумит. Шумит. А в лесу не страшно, в лесу не страшно. Нет, страшно. Страшно.
Сверчок. Сверчок. А. Сверчок. Вот Деда Михайло для жилого духу принес. Брошенный себе нашел и в рукав. Дед Михайло. Он ушел. 3 дня как ушел. Варя. А муж где? Ну, где нынче мужику быть? Воюет. Вот весной поженились, а летом ушел. Так и не виделись. Вы кушайте, кушайте. С обходом. Скажи, нанялся, опять наши часы отстают. Вы? Почему вы? Именно сейчас, когда бомбят, я не желаю слышать никаких ссылок на войну. Это что за выставка? Только ночью привезли, Василий Васильевич. Оба летчики, оба из одного полка. Тот с переломом бедра и правой руки, а это совсем тяжелый. Разбитый плюсный ног, гангрена обеих ступней. Без сознания. Я, конечно, не верю, но сопровождающий их военврач второго ранга пишет, что больной с разбитыми ступнями 18 суток выползал из немецкого тыла. Это явно преувеличено, но... Ничего не преувеличено. Полз 18 дней. А почему здесь лежат? Мест нет, Василий Васильевич, фронт близко, вы сами... Понимаете. А в 42-ю? 42-я это резерв для... Да что у него учат? Сейчас же перенести в 42-ю. Слушаюсь. Нет, нет. Немедленно в операционную. Слушаюсь. Неужели у меня гангрена? Носа не вешайте. Неизлечимых болезней нет, как нет и безвыходных положений. Понятно? Вот так-с. Резать? Таких, душа моя, как ты, не обманывают. Резать. И без разговоров. Иначе пропадешь. В операционную. Да-да.
Так на речке речке плыли три дощечки. Январь, февраль, март, апрель плыли три дощечки. Ну что так себя затрудняете, товарищ полковой комиссар? Контузия у вас тяжелая, а каждое утро заботитесь. Привычка, брат. Это значит, что я еще живу. Чего? Ой, не знаю, как кому, а мне здесь залеживаться не досуг. Меня мои конники ждут. Вот, лед пройдет, дороги подсохнут. И айда. Все мы тут ненадолго. Вот лед тронется и айда. Ногами вперед. А сколько вам лет, борода? Что-то вы рано состарились. Положим, хлопцы, в жизни всегда так и бывает. По что пойдешь, то и найдешь. Тоже, товарищ полковой комиссар. Ах, утро какое хорошее сегодня. Слушай, взять бы ружьишко, да в шалашик засесть. Утро розовое, грозное. Ты сидишь, ухо востро, и вдруг... Летит. Второй. Семь. Этакий красавцы. Это ж хвост трубой. Я в них больше веером. Ну, я и говорю веером. Летят еще, летят. Все. Летят. Ну, и не говорите, товарищ полковой комиссар. Хорошо, хорошо. А вы знаете, сейчас в нашем краю на что охота? Да? На щуку с ружьем. Не слыхали? С ружьем на щук ходят только психи. Это охотничьи штучки. Уж если врать, так дуракам ври, а нас уволь. А я вот на озере видал. Щука вынырнула, смотрелась и сказала, луна. И померла. На завтра. Вечером. В 10 часов. Почему? Почему в 10? Почему? Эх, Кукушкин ты, Кукушкин. А ну, кто сегодня плясать будет? Пляшите, Кукушкин. Алешенька, вам письмо. Нет, вам сегодня писем, Степан Иванович. Ну, товарищ полковой комиссар, да? Пляшите. Ну да. Нет, у вас целая программа балетных номеров. Вы посмотрите, сколько опять я вам принесла писем. Что, вам со всего света их пишут, что ли? Со всех фронтов. Так что судьба у вас незавидная. Таскать вам не перетаскать, сестреночка. Люблю я военные письма. Они как лучи звезд идут к нам. Вот иные звезды давно угасли, а лучи их идут. Долго-долго. Точно, товарищ полковой комиссар. Семен Петрович, да? Я принесла то, что вы просили. Да. А что это у вас за книга, товарищ полковой комиссар? Как закаляла сталь. Островского. Да. Вот человек в параличе. А какую книгу написал? Леша, ты читал? Читал. Островской, да. А вот у нас тоже в отряде один разведчик был без левой руки. Да. Такие дела делал. Героя дали. Настойчивый парень, я вам скажу. Вот у меня знакомый в Москве. Ну, обе ноги парализованы. А какими делами ворочает?
огромной энергии человек. Ума и сердца настоящего. Гляди, гляди, бесхвостый-то, а? Так и раскакивает, так и раскакивает. Ворон, вороди! Как ты, озорник, что делаешь, да? Бессовестная птица. Нахал. Она что с хохолком, гляди, гляди, а? Тоже себе в обиду не дает. Пошел, пошел, пошел. Его чистый автоматчик. Хорошая погода сегодня. Хорошая. Ну, здоров, ползун. Как дела, герой? Хорошо. Чё? Чё, чё? Ага, во. Вот теперь верю, что ты 18 дней на карачках полз. Верю. Что? Я на своем веку вашего брата столько видел, сколько ты картошки не съел, а вот такого, как ты, не приходилось. Не хмурься, не хмурься, не хмурься. Не хмурься. Хвалю. Хмурься. Семен. Семен. Сестрица. Ну как вам, лучше? Да. Это ужасно. Что, Семен Петрович? Это просто ужасно. Что, Семен Петрович? Ну, то, что у вас веснушек нет. И вам очень шли, сестричка. Ну, зачем вы так? Шутить, когда такая боль. У меня сердце каменеет, когда я думаю, как вам больно. Бромчику выпьем, нет, сестреночка. Как вы нас напугали сегодня. Да. А Василий Васильевич, я его никогда таким не видела. Мы с ним ведь старые знакомые, знаете. Гражданскую вместе воевали. Вот старая спайка, видать, нержавеет. Жизнь нас, сестреночка, в разные стороны с ним раскидала. Где пришлось видаться? Мягкий он человек. Он мягкий. Мягкий, доброты бесконечной. Ну, а то, что кричит, шумит, так от того и кричит, что доброту свою хочет спрятать. Да, пожалуй. Когда... Я чего знаю. Знаете что, сестреночка? К вам огромное просьбище. Не можете ли вы запросить от моего имени Ленинскую библиотеку, чтобы они там порылись в газетах или журналах времен той войны и достали мне материал о летчике Карповиче. О летчике Карповиче. Знаете, я где-то слышал или читал. Интереснейший материал имеется. Удивительный вы человек, Семен Петрович. Удивительный. Вы о людях знаете самое главное. То, что у человека иной раз Бог знает, где припрятан. Да ничего я не знаю. Ничего не знаю. Нельзя вам. Наступайте, умница. Да я вам слова конника больше сегодня помирать. Mm-hmm.
Как не заснете? Да, что-то не спится. А ты что не спишь, борода? Думаю. О чем думаешь? Об Островском, про все ваши разговоры. Вот вы говорите о человеке сердца и ума настоящего. Ведь когда я полз, у меня цель была выползти, летать, сражаться. А сейчас меня отрезали эту цель вместе с ногами. Без ног ведь, товарищ комиссар, можно всем заниматься, но там книжки писать, думать, руководить, лечить, охотиться даже можно, летать. Летчик без ног все равно, что птица без крыльев. Клевать может. Чем мне теперь дышать? Нечем. Нечем. Да. Знаешь, Алексей, вот есть чудесный образ. Буря. В открытом море. Рыбаки, захваченные штормом. Одни трусят, бросают весла, ложатся на дно баркаса, неси, куда вынесет. И их разбивает о скалы. А другие крепко берутся за весла и гребут. Гребут навстречу ветру, наперекор бури гребут, гребут изо всей силы. И они побеждают стихию. Я в тебя верю, Алексей. Слышишь? Верю. Слышишь? Компот есть компот. Кюхельхен. Кюхельхен. Слышь, борода, ты знаешь, как по-немецки цыпленок? Кюхельхен. Кюхельхен. Что такое мягкое, нежное, пушистое? Борода. А вот... А вот колокольчик. Глюк. Глюк-линк, 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 колокольчик, 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 лучше, 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 колокольчик, 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 колокольчик. Да, знаешь, борода, все слова должны быть звонкие, звонкие, как жизнь. К Берлину готовить. Ну, как же? Ох, далеко. Дойдем, борода, дойдем. А знаешь, сейчас в деревне тихо, талой землей, дымком пахнет. Только бабам трудно, а? Трудно. Колдунует, товарищ полковой комиссар, что ли? Чужие думки угадываете. Да, бабы, они, конечно, деловые, это верно. Однако ж, черт его знает, как они там без нас.
Как думаете, скоро война кончится, товарищ полковой комиссар? Ксенокосу не кончится? Да что ж тебе? Год твой не воюет? Точно. Ты доброволец? Точно. Снайпер известнейший. Вот завтра выписывать и просись. Отпустят, будешь бабами командовать, а, барана? Отпустят, а? Мне что, в комиссии заявить? Верно, и три войны прошло, может, хватит? А? Как посоветуешь, товарищ полковой комиссар? Ну, что тебе сказать, борода? Сердце свое спроси. Оно тебе и подскажет. Мы займемся дальше. Грамматик. Грамматик. Клавдия Михайловна идет. Что? Да. Вижу. Ну, борода, я горю. Борода, горю. А, здрасте, Клавдия Михайловна. Здравствуйте. Здравствуйте. Какие новости? Дайте-ка мне папирос, пока вы окончательно не сгорели. Какую? Какой папирос? А вот этот. Что это? Папирос. Ах, вот эту? Да-да. Вот Господи, знаете, курит, только у меня здесь все курит, какие-то люди. Смотрите, что это все делается. Семен Петрович, хоть вы этого и не заслужили, да. Я принесла вам то, что вы просили меня. Вот это вам спасибо. Огромное спасибо, сестраночка. Большущее просто спасибо. Война в воздухе. Степан Иванович. Степан Иванович. Ну-ка, подвинь меня, Каляша. Момент. О, здрасте, приехали. Ага. Слушай, Алеша, вот тут про тебя написано. Ну-ка, читай вслух. Ну, читай, читай. Вслух читай. Военный летчик, поручик Валериан Аркадьевич Карпович, летая над вражескими позициями, был ранен в ногу немецкой разрывной пулей «Дум-Дум». С раздробленной ногой... Ну, дальше читай. С раздробленной ногой он сумел на своем фармане перетянуть через линию фронта и сесть у своих. Ступню ему отняли. Но молодой офицер не пожелал увольняться из армии. Он изобрел протез собственной конструкции. Долго и упорно занимался гимнастикой, тренировался и благодаря этому вернулся в авиацию. Благодаря этому вернулся в авиацию. Он служил инспектором в школе военных пилотов в Царском селе и порой рисковал подниматься в воздух на своем аэроплане. Военный летчик, поручик Валериан Аркадьевич Карпович. Ну, что скажешь? Так, что скажешь? Ведь у него одной ступни не было, у меня двух. Но ты же советский человек. Но ведь он же на фармане летал. Разве это самолет? Это этажерка. На нем ни ловкости, ни быстроты не надо. Ты же советский человек, Люся. Советский человек. Советский. Семен Петрович. Ну? Вы мне дайте этот журнал. Бери. Закурим. Битер. Данк. Лёклинг. Военный летчик, поручик Валериан Аркадьевич Карпович. Что, друг Карпович, полетим?
авторитет. И сам Василий Васильевич. Вот беспокою я вас. Молчи, молчи, молчи. Все детство. Молчи. Фу, какая гадость. Говорит Москва от Советского информбюро. В течение 29 апреля на фронте чего-либо существенного не произошло. До 28 апреля уничтожено 75 немецких самолетов. Что же? Семен. Буксую, Вася. А ты молчи. Я тебя не спрашиваю, я с собой разговариваю. Понял? Я почему-то сейчас нашего комиссара Павленко вспомнил. Помнишь? Щуплый такой. Интеллигентик на вид, а как он нас вел по каракуму. А? Падаем, дохнем. Хотя нет силы ноги поднять, а он песню... брат, если бы не он, крышка нам. На. Вот тебе он это передал. Поднимать людей. Жить. Жить надо. Долго жить. Назло. Время пришло расставаться. Желаем, товарищ старший лейтенант. Будь здоров, старшина. Кстати, товарищ капитан. До свидания, товарищ старший лейтенант. До свидания, Степан Иванович. Разрешите попрощаться, товарищ полковой комиссар. Прощайся, Степа. Счастливо тебе. Поправляйте, Семен Петрович. Дайте Бог здоровья и долгих лет. Золотой ты человек. Отец нас так не жалел. Век помнить буду. Счастливо, Степа. Счастливо. Ступайте, ступайте, Степан Иванович. Ему вредно волноваться. И вам спасибо, сестрица, за ласку и заботу вашу. Ангел вы наш, советский. Куда ж тебе писать, Степан? В Сибирь, что ли? Да что там, товарищ полковой комиссар?
Известно, куда солдату войну пишут. Да, вот и ушел Степан Иванович. Навстречу ветру ушел, наперекор бури. Хорошо, товарищ полковой комиссар. Семен Петрович! Семен Петрович! Кого это хоронит? А? Ой, народу-то сколько. Чего это вы, как деревянные? Кого хоронит, хлоп? Настоящего человека хоронит. Большевика хоронят. Здравствуйте. Калошки надеть и хоть под венец. Сам Василий Васильевич говорит, сделай, Зуев, такие протезы, чтобы лучше ног были. И надь, пожалуйста. Зуев сделал. Ну-ну, давай скорее. Осторожно. Скоро да не споро, гражданин хороший. Поспешишь, людей насмешишь. Мне Василий Васильевич говорит, отличись, Зуев. На этих протезах лейтенант летать собирается. А я что, я готов. Возьмите, пожалуйста. С такими протезами не только ходить, на лесопеде кататься. С барышнями пульку бабочку танцевать. Зуев, золотые руки. Работка! Разве так можно? Ишь, прыгнул-то. Как будто ему, правда, живые ноги приставили. Ну-ну-ну. Ну, смертнее к чему? Друг-то сердечный таракан записанный. Тебе такое дело. Сызнул все начинать. Ты теперь забудь, что ты вояка. Ты теперь дитё малое. По шашку учись ходить-то. Сначала с костыликом, потом по стеночке, потом с палочкой. Да не вдруг, не сразу.
полночи. 65. Ну и упрямый этот малый без ноги. Другому месяца нужно, а он в неделю научился. И как не надоест. Ходит и ходит. Я бы в жизни так не смог. А ведь больно ему. Я вчера видел, как он шел. Слезы на глазах. Характер. Ползун. А чему один? Без сестры, без санитара. Гордынь человеческая. Ну ничего, 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 ничего. Ну давай учиться вместе, а выйдите, идите. Да хоть, да хоть теперь без меня. А ну, душа моя, держись за мое плечо. Так. Ну. Вау. Хорошо. Так, 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 еще. Да, будешь летать. Безусловно, безусловно, будешь летать, безусловно. Ну, ну, еще, 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 еще. Так. О. О, хорошо, хорошо. Стой. Стой, стой, стой. Так, так, так. Стой, подожди. Ну, вот тебе, душа моя, мой подарок. Держись, будешь летать. Безусловно, будешь. Номер полевой почты. Зиночка вернет тебе твое сердце с заказным пакетом. Значит, как договорились, старший лейтенант в мою комнату. И чтобы никаких там перемен, а то я ваши штучки знаю. Мересьев Алексей Петров. Что-то у меня здесь написано. Старший лейтенант Мересьев без обеих ног. Вот я и есть старший лейтенант Мересьев без обеих ног. Ну да, вы меня разыгрываете. А вы, Зиночка, которая учит танцевать и попутно разбивает сердца своих учеников. Кто это вам доложил? Старший лейтенант Кукушкин. Ну вот, я так и знала. Всегда ябедничает и хитничает. Ну скажите, ну что плохого в том, что я учила Федя танцевать, правда? Конечно, ничего плохого нет. Теперь моя очередь. Будете меня учить танцевать? Ну что вы меня разыгрываете? Вы не тот, Мересьев. Вот мое направление. Меня все разыгрывают. Что же это у вас? Протезы, что ли, такие? Вы абсолютно догадливы. Так как же насчет танца? Будете меня учить танцевать? Ой, я не знаю. Как же? А вы знаете, можно попробовать. Нет, это даже очень интересно. Вы в самом деле хотите научиться танцевать? Очень хочу. Вы Боба Горохова знаете? Нет, не знаю. А Поля Судаковского знаете? Тоже не знаю. Вот я их ученица, я их последователь. Понятно. Ой, вы знаете, я с удовольствием вас буду учить танцевать. Только с одним условием. Чтобы вы меня слушались. Раз. Потом, чтобы не разыгрывали. Два. Потом, чтобы не ревновали, если меня станут приглашать другие, потому что иначе я могу дисквалифицироваться. Три. А барыню вы пляшете? Ой. Вы меня не разыгрываете? Нет. Давайте тогда и начнем с нее. Давайте. Группа развернулась по солнцу и, строчаясь всего оружия, стремительно понеслась на втрое ее превосходящего по численности врага. Ох, братцы, не могу слушать. Голову даю, не под Сталинградом. Под Сталинградом?
Внимание, переживания отставить. А ну посмотрите на дорожку. Не то сверкать, не то сумасшедший. Да помолчите вы. Мы вот здесь кверху брюхом валяемся, а он без обеих ног на протезах тренируется. В истребительную авиацию решил вернуться, понятно? День и ночь работает, танцует, тренируется. Мы вот здесь загорать будем, а он полетит. Черт нас возьми, ас. Старшего лейтенанта Мересева не видели? Зачем он вам? Боенист пришел, пора урок начинать. Вон он бегает. Что? Бегает, бегает. Комиссия. Какая комиссия? Ну, подбор на фронт. Через 15 дней. Через 15 дней. Ну, давайте еще раз. Ну, давайте. Раз. Я вас спрашиваю, коротка нога, видите ли, что я в балет, что ли, готовлюсь? Ничего, ничего, все будет хорошо, все будет в порядке. Старший лейтенант Мересев. Летчик. Летчик. Истребитель. Истребитель. А ну, снимайте гимнастерку. Есть. Всем же вы лежали в госпитале. Что, ампутация ног? Ты что, ошибка, что ли? Что вы молчите? Нет, не ошибка. Мой нас морочить. Что же, вы думаете пойти в авиацию? Не думаю, товарищ полковник, пойду. Без ног? Именно без ног и буду летать. Да вы с ума сошли. А почему он мог летать, а я не могу? Да ведь он летал без ступни, а не без ног. Ну да, но ведь я же советский человек. И ему понадобились годы тренировки, вы понимаете ли, годы. Но ведь я же советский человек. Но как же это можно летать без ног? А разве это не ноги? Разве это не тренировка? Разве это не ноги? Товарищ полковник, вы посмотрите, как
он барыню пляшет. Честное слово, лучше всех здоровых. Барыню? Барыню. Как пляшет? Что за черт? Помнишь, мне как-то полковой комиссар сказал, по что пойдешь, то и найдешь. Вот мне и не везет. Я сам во всем виноват. Характер какой-то. Ужасный у меня характер. Мне обидно. Вот ты больнее меня в 100 раз, а тебя взяли. Ну, ладно. Не поминай, лихо. Пиши. Петя. До свидания, Алешенька. Зиночка. Счастливый путь. До свидания, Зиночка. Пишите, Алешенька. Ну, хоть немножко пишите. Обязательно, Зиночка. Хорошо. Спасибо. До свидания. Счастливый разворачивает, как разворачивает. Чертова кукла! Пиши, 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 пиши. Ну, погоди, приземлись. Приземлись, я тебе покажу истребителя. Видал? Говорит, был истребителем. Кого обмануть он хочет? Старший лейтенант Мересьев, назначенный в отряд на Уму, явился в ваше распоряжение. Первым явился, первым и полетишь. Есть. Это что такое? Это что за пижонство? Может быть, скоро стейки, хлыстики тоже в кабину с собой будете брать? Чтобы я этой дряни больше не видел. Пижон. Есть пижон. Ну, вот что. Садись во вторую кабину тройки. Посмотрим, что ты за гусь. Есть. Thank you.
товарищ майор. Что? А ты, друг, часом не пьян? А ну-ка, дыхни, дыхни, дыхни. А ну-ка. Звонарь. Пока. Выключено. К запуску. Есть запуску. Внимание. Есть внимание. Контакт. Есть контакт. Отставить. Ты вперед, батьки, в пекло не лезь. Запуску. Есть запуску. Внимание. Есть внимание. Контакт. Есть контакт. Вместо 10 минут полчаса, по твоей милости, летать. Ты почему это в ботинках? Наверху ведь холодно. Ноги хочешь отморозить? А у меня нет ног, товарищ майор. Что? То есть как это нет? Как это понимать? Больные, что ли? Нет, и все, протезы. Покажи. Что ж ты сразу-то не сказал, родной мой? Да ты знаешь, так ты не знаешь, какой ты есть человек. Ложись! Да что вы, товарищ старший лейтенант! Ложись, тебе говорят!
жалуют. На машину вышли. Охотники. Придется переждать, сейчас вернутся. А лучше бы ехать, товарищ старший лейтенант. Чего зря время терять? Кому суждено быть повешенным, тот не утонет. Ну, ты эту дурацкую поговорку забудь, пока не поздно. И еще вот что. В армии положено старших слушать. Приказано, ложись, стало быть, ложись. Понял? Понял, товарищ старший лейтенант. Идут? Сразу давайте на мою машину и в штаб армии. Вы же понимаете, что это такое. Войдите. Старший лейтенант Мересев. Лейтенант Петров. Прибыли в ваше распоряжение. Полковник Иванов. Ну вот, вовремя. Что ж вас мало? Позвольте. Это вы, Мересев? Начальник штаба говорил о вас, предупреждал, что вы... Это не имеет значения, товарищ полковник. Правильно. Ну, куда же вас? Вот что. Вы скажите, чтобы вас оформили приказом в эскадрилью гвардии капитана Числова. Есть. Вот так. Исполняем. Есть. Сыну Наполе.
не сел еще. Пошел в лобовую атаку, товарищ полковник. Он спас меня. Перевязывайте. Самолет убрать. Предварительным данным сбито 14 фокеров. Не вернулся на базу один самолет. Подождите рано. У Мересьева еще горючего на 3 минуты. Бензин кончился. Может быть, выпрыгнул или сел где-нибудь. Но... Где ты пропадал? Что случилось? На чем же ты прилетел? Ведь горючего ты не грамма. На одном желании, братцы. Ветров сел? Сел, ранен. Где он? В санчасти. Сейчас увезут. Эх, молодец, парень. Жив, ранен? Сел. Товарищ полковник, сбито 2 фохи-вульфа. Один атакой на вертикали, другой лобовой атакой. Километрах 3 северный от места общей схватки. Разрешите идти. Идите. Стойте. Дайте хоть взглянуть-то на вас. Черт вас знает, так вроде ничего особенного. Вы знаете, вот откровенно скажу, не верил. Вопреки всему, что о вас слышал в армии, не верил, что вы держите бой. Да еще какой бой! А это тоже Петров, молодец. Замечательно ли? А остальные? С таким народом любую войну выиграем. Вызывайте санитарный самолет. Есть! Алеша! Алексей! Я здесь, старик! Ну, жив! Жив! Только перетрусил очень. Ну? Здорово ты летаешь! Здорово! Ты что? Не летать мне больше, Алеша. Врешь. Врешь, полетишь. Я в тебя верю. Слышишь, верю. Когда я тоже думал, что больше не полечу, один человек рассказал мне историю про рыбаков, застигнутых штормом в открытом море. Одни трусят, бросают весла, ложатся на дно баркаса и их разбивает о скалы. А другие крепче берутся за весла и гребут, понял? Гребут,
навстречу ветру, наперекор бури гребут, и они побеждают стихию. Я поверил этому человеку. Поверил. И видишь, летаю. Кто это сказал, Алеша? Настоящий человек сказал. Большевик. И дай нам Бог с тобой быть когда-нибудь такими. Ну? Поправляйся. Поправляйся.